Stimați colegi, eu consider că tema este arhi-actuală și arhi-necesară. Cultura moldovenească există, ea se deosebește de cultura română, că este bilingvă cel puțin. Este dureros faptul că foarte mulți oameni alolinci care nu folosesc limba moldovenească o numesc română, neștiind moldovenească. Și nu, și nu au ca, o, ca un scop personal, если хотите спортивный интерес, выучить язык там, где ты живешь, второй, чтобы ты знал. Никакая беда тут нет, нет большой беды. В Швейцарии люди знают три языка. И там культура швейцарская, она состоит из трех культур великих. У нас из двух, и мы этим отличаемся. И именно поэтому, именно это наше не общее лица выражение среди других народов. Это должно стать как призывом, криком ко всем, кто еще не знает молдавского языка. Я в 41 год, не зная ни одного слова практически, говорил свидетель, Анатолий свидетель, Юра свидетель, поставил себе задачу, требуется что у лимбамами. Я должен знать язык народа. Он нас подговорил. Язык свой. Это первый нюанс. Я подтверждаю. Нельзя, нельзя, это, нельзя снимать со счетов значение названия языка. Раз. Второе. Нельзя себя успокаивать, что все равно мы обречены на независимость. Это не так. Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них на бой идет. Мы должны каждый день говорить о том, что мы молдаване, что мы такие и такие. Что сегодня есть? Я с ужасом фиксирую, что многие молодые люди гордятся, что не знают русского языка. Что не знают. И что плохо знают его. С ужасом. Не Я не с ужасом не наблюдаю высказывания, особенно из приднестровцев, почему, когда их спрашивают, почему вы не изучаете язык, даже гражданство румынское имеют. А зачем нам это надо? Понимаете, вот есть такие вещи. Или, например, в 92-м году замминистра экономики, что-то там обсуждали мы. Мы дощили с моей гендешты на статула честно. Септемона трекута, ментальнецком функционар, динранг, экстраординарный дал. Тащили с моей гендешты на статула честно. И у Латос нам спонсу него, хил, 20 дней, аж вряд ли мы гендес на статула честно. Диче, fiindcă noi nu stimăm denumirea poporului nostru, denumirea limbii noastre, fiindcă suntem foarte și foarte, cum s-ar spune, prea toleranți. Uitați-vă ce se întâmplă. Cineva în ultimii 5 ani a auzit, a văzut o știre pozitivă despre Moldova în presa rusă. Cineva a auzit, a știut, a văzut o știre pozitivă în presă românească. Nu putem pe dânșii să le reproșăm. Не можем их упрекать. Они отстаивают свои интересы. Они хотят сказать, нет, не в нашей стране плохо, у других хуже. И это естественно. Вместе с тем, это я говорю о том, что мы обязаны, если мы желаем добра своим детям, нести эти простые истины и везде, где можно и где нельзя, говорить о них. Теперь вторая часть, осталось немножко. Катастрофа будет это или решение? Коллеги, прекрасно я слушал и все впитывал, как губка, блистательные выводы и оценки. Хочу добавить свою. Что такое государство? Как оно исторически сложилось? Ради чего? Только для того, чтобы защитить территорию, на которой человек добывал средства существования. Только. Чтобы защитить свою собственность. Молдова, как ни странно, и с помощью Народного фронта, и с помощью Плугару, и с помощью других, добилась, что люди сегодня у нас наделены собственностью на 70% минимум. 600 тысяч владельцев жилья, попробуйте жилье в собственность получить в Америке. Всю жизнь не хватит выплатить эту ипотеку. Или еще где-то. Или 600 тысяч крестьян имеют
землю. Уехали, не уехали, сдали, но они землевладельцы. Попробуйте кусок земли купить, 1 гектар во Франции стать. И то такого уровня земли. Да, попробуйте. Люди у нас имеют. 62% людей имеют или доли собственности, или акции в каких-то предприятиях. Дивиденды, экономика паршивая, какая они есть, ежегодно, вот в 2015 году достигли 3,2 миллиарда. При заработной плате по году, по целому, по народному хозяйству, 12 миллиардов. Нехило 25% привесок от собственности. Хотя говорят, что какие мы бедные, когда люди обладают такой собственностью. Мы захвачены, да, с 94 года банковской системой. Мы не можем найти, потому что у нас нет банковской системы, у нас система ростовщических контор. При таких ставках процентных невозможно существование ничего. И нельзя их разгонять, нельзя их бить, нельзя их критиковать. Их надо поставить в условия, когда им будет выгодно снижать ставки проценты. Как это произошло на протяжении многих десятилетий, столетий в других странах, где кредит стоит не больше 3%, а процентная ставка Национального банка, Центрального банка 0,5%, 1%, только для того, чтобы удержать нормальную стоимость оборотного капитала на рынке. Это другой вопрос. Поэтому я считаю, что если только произойдет, не дай бог, как вы говорите, через ночь, по примеру того, как в марте 91 года в СССР сказала, что, значит, невозможно все за соединение, а и вдруг сохранение СССР, и вдруг в августе его не стало, в сентябре, что всякое возможно. Так вот, чтобы все точно знали, вне зависимости от исторических, вне зависимости от лингвистических, вне зависимости от геополитических, каких-то там предпочтений. Да, вот каких-то ну, этих, ну, фантиков, каких-то привлекательных моментов. Произойдет катастрофа огромной силы, потому что в Румынии совершенно другое законодательство, которое охраняет частную собственность. Совершенно другое. В Румынии существует законодательство, которое обязывает возвращать историческую собственность. Так называемая реституция. То есть это страшно, потому что уже подготовлено 25 тысяч исков в адвокатских конторах Румынии, сформировано, как только произойдет вот это вот ассоциерику у неунеропяны, и мы будем вынуждены принять закон о реституции, если захотим, если Европейский Союз сохранится, мы вынуждены будем отдать день околу шала, день улони цашея, день муара шея, энтуашим пуката шея депамент, это будет массово. И второе, что кроме реституции, кроме земли, кроме утраты законодательства, которое охраняет собственность, произойдет утрата нашего рынка. В результате замены названия молдавский язык на румынский произойдет автоматическая замена молдавских яблок, молдавского вина, молдавской брынзы, молдавских ковров. Да, и лигатура. А лигатура. Но ниша наша в России сразу будет занято всем румынским. Была уже. Нет, занята, она останется. Уже. Нет, я вас прошу. Приезжают молдаване, я слежу за этим. Чебрына не будет? Нет, будет, только другое название. Молдавское не будет. Румынское будет. Точно? Да. А качество тоже. Кушать будем все равно. Нет. Потеря бренда, зря вы иронизируете. Потеря бренда, это очень серьезно. Когда на рынке в Москве прослышав, что приехал поезд из Кишинева и будет продаваться молдавские фрукты или брынза, стоит очередь. Это реальность. И не только так. Made in Moldova, да, ну made in Romania. Да, ну это. Я считаю, что мы должны вот нашу боль и наши переживания не расслабляться. Мы должны донести ее до прежде всего учителей, которые вынуждают говорить о том, что нет молдавского ничего, все румынское. Это ложь, абсолютная ложь. Ну что, лимба молдавнянская и мамба лимби румыни, да, статул румын, если он дериват от статулы молдавнянской.